капитальная задача для всех присутствующих, для парламента прежде всего и для правительства. Внесите самые жесткие меры по нарушению законодательства по налогообложению. Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет, оплот демократии. Там налогообложение регулируется жестоко, и неуплата налогов, там бешеные сроки. До 15 и больше лет. А у нас норма. Целая отрасль уходит в тень, жулики уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим. И в развитии конверты. Вот меня сегодня услышат некоторые руководители, у нас зарплата в конвертах процветает. Мы на это спокойно взираем. Жесточайшее наказание. Примите это к исполнению немедленно.